Так, давайте проверяем. Сейчас видно экран? На английском поставим сейчас, пожалуйста, плюсики, если видно. Ага, то есть я извиняюсь, не туда нажала просто. Так, вот смотрите, вот сейчас еще раз рассказываю. Вот зашли мы сюда, да, то есть вот видите, все на английском. Точно так же с вашего логина и пароля. Вы можете зайти в любую страну, да, то есть и ничего менять не надо. Все на английском. Ну, понятно, eShop это магазин. Просто возьмите кнопкой мыши, щелкайте по темному экранчику. Левой перевести на руки, он вам все переводит. И вот здесь в нижней строчке, да, ближе к справа, есть условия доставки. Видите, вот они. Нажимаем условия доставки. Еще раз, да, то есть и видим здесь. Опять же, также можем щелкнуть, перевести на русский. И вот оно пошло. Три транспортных компании. Стоимость доставки DPD, вот они у нас указаны, да, то есть... Вот честно, не помню, каюсь, географический кретинизм наступил у меня такой. Латвия и Литва, да, то есть это вот одна из этих стран, однозначно Рига, это я точно помню. 15 евро и дня, да, срок доставки. Все, вот четко прописано, 3 дня, здесь тоже 3 дня, 15 евро. Все страны, которые вы хотите посмотреть, сколько будет стоить доставка, то есть Австрия, Германия, то есть вот... Мы смотрим, да, вот эти страны тут по 10, потом пошли по 15. Всегда компания отправляет именно вот этой транспортной компании DPD, это самая основная, если эти страны входят вот в этот список. Есть страны, которые не входят в этот список, то есть есть вот следующий такой вот. Здесь, кстати, хочу, уже будет дороже, вот эта компания берет чуть дороже, ну, даже порядком дороже. Если там Германия 10 евро, да, то здесь... Здесь Германия доставка будет 2 евро. Так, это что у нас? Ага, а нет, здесь вот, я извиняюсь, нет, вот здесь вот 10 евро. У них здесь еще есть какие-то условия относительно того, какое количество... А, если этот заказ будет до 349 баллов, то будет стоимость доставки 25 евро. 50 баллов, да, то будет 10 евро. Стоить. Вот, вот так вот они делают, да, то есть как бы... И есть страны, которые не входят в этот список. А есть... Еще вот такая вот, да, вот доставочка. Здесь тоже вот варьируется по количеству баллов, да, и здесь, смотрите, тоже как бы цены, ну, намного выше. Но здесь есть страны, которые не входят в тот список. Еще здесь есть список удаленных мест, да, то есть мы нажимаем здесь, и мы можем посмотреть, пошел список, скачивать документ. Мы сейчас его как раз с вами попробуем посмотреть. А? Вот он сейчас загружает, и мы с вами как раз посмотрим. Так, сейчас загрузит, и мы посмотрим, какие удаленные места он имеет в виду. Вот, здесь вот, ну, здесь надо вот уже переводить, здесь мы с вами так не переведем, прям сразу, да, то есть нужно вот разбираться, что они здесь пишут. Но самое основное с теми, с кем мы работаем, в принципе, там как раз и указано, те страны. Доставка, сроки, то есть вы это все можете посмотреть. Так, дорогие партнеры. Скажите, пожалуйста, все понятно с этим вопросом относительно Риги? Галина? Я же вот вам сейчас как раз показывала, смотрите, еще раз вам показываю, прям, как это делается, да, то есть как перевести. Вот мы с вами зашли, да, то есть eShop, да, то есть все по-английски. Повторяю, смотрите, правой кнопкой мышки щелкнули по экрану, да, у нас высветится вот такой вот списочек. И здесь есть перевести на русский, и левой кнопки нажали перевести, и он автоматически переводит. И все, и у вас здесь все будет по-русски.